Нормально. Как вы просили, да? Музыка в предоперационной для психологической разгрузки. Так с пациента снимают волнение и страх. Людмиле Лаянич 81 год. После проведенной в прошлом году операции один глаз восстановился полностью, а второй ничего не видит. В коридоре за нее переживает муж, известный в Астрахани фотограф Виталий Лаянич. И хотя операция совершенно безболезненная, тревога все равно остается. Она очень переживала психологически, на нее это очень повлияло. Она как-то погасла в своем настроении. Она в жизни, собственно, никаких операций не переносила. Людмиле Лаянич впервые в Астрахани провели операцию по восстановлению роговой оболочки глаза. Она проходит под общим наркозом при использовании самого современного оборудования. Руководит операцией профессор из столичного института офтальмологии. Операция безболезненная. В Астрахани замечательная. Удивительная, самая современная, доступная анестезия ксеноном. Это немногие страны мира и немногие лечебные учреждения в нашей стране имеют. А это первая в мире операция по восстановлению зрения после катаракты. Пациенту имплантируют оптическую конструкцию, состоящую из двух хрусталиков. Это изобретение нашего земляка, выпускника Астраханского медицинского института Сергея Кузнецова. Имплант разработан врачом совместно с российскими производителями из отечественных материалов. Катаракта, она неизбежна, рано или поздно приводит к полной слепоте, и потом начинаются осложнения, которые могут привести вообще к необратимым изменениям зрительного нерва и полной слепоте. Поэтому хирургия катаракты – это вообще та процедура, которую нужно производить не при полной потере зрения, а при том факте, что зрение снизилось ниже 50%. Операции транслируются в режиме реального времени в интернет, в том числе и в зале, где собрались участники конференции. Они также задают свои вопросы прямо во время операции. На масштабном форуме офтальмологи из 8 стран обсуждают новейшие методы диагностики и лечения глазных болезней. На эти темы представили более сотни научных докладов. У нас в Российской Федерации, в том числе и в Астраханском регионе, применяются все методы, которые применяются на международном уровне. Это и факоэмульсификация, катаракты, и новые методы витректомии, новые методы витриретинальной хирургии. Офтальмология очень активно двигается вперед. Все операции сделаны абсолютно бесплатно. Дорогостоящие импланты представлены в виде благотворительной помощи. За работой ведущих хирургов пристально наблюдают астраханские коллеги. Овладев новыми методами, они смогут подарить зрение сотням пациентов. Галина Фахридинова, Игорь Нефеденко, Центр новостей.